Всем привет! Качественные SCART-кабели для игровых консолей стоят неоправданно дорого, а дешевые кабели обычно низкого качества и не имеют экранирования, из-за чего на изображении видны помехи и искажения. В этом видеоблоге я покажу, как собрать качественный RGB SCART-кабель, например, для PlayStation. В качестве хорошего экранированного кабеля будет использоваться VGA-кабель для монитора. А штекеры от дешевого SCART кабеля из Китая. Можно просто заменить кабель на экранированный. Но я буду делать улучшенную версию кабеля, используя микросхему LM1881. Эта микросхема извлекает чистый синхросигнал из композитного видео или из сигнала люма в S-видео. Однако это не все. Из SCART штекера будут выведены RCA разъемы для звука и видео. А также, если получится, то и S-видео. Так захотел заказчик. Сначала я припаял провода к штекеру, который подключается к консоли. Распиновка выглядит так. Затем собрал извлекатель синхросигнала. Вот по такой схеме. А дальше припаял провода к SCART штекеру, не забыв про извлекатель синхросигнала и дополнительные разъемы аудио и S-видео. Композит вывести не получилось. Кабель готов и выглядит он вот так.